Здравствуйте всем! Сегодня мы пройдем с вами по части улицы имени Гани Иляева, бывшая улица Полторацкого. А начинаем мы свою прогулку с нового сквера, который находится на углу улицы Гани Иляева и проспекта Конаева. Здесь же находится и бюст Гани Иляева. Гани Иляев, член Союза художников СССР, член правления Союза художников Казахской ССР, родился в 1916 году, умер в 1991. Горячая любовь к народному искусству, уходящему вглубь веков истории, стремление сохранить и продлить древние традиции в полной мере отразилось в творческой деятельности Гани Иляева. Еще он был организатор и первый директор художественной школы в Чимкенте. И жил он на этой улице, поэтому улица Полторацкого была переименована в честь него Гани Иляева.